Всем привет, вы на канале GameMaker TV, меня зовут Марк, и мы продолжаем проходить ежедневные задачи в Angry Birds Epic. Мы на первом месте пока что, и нас даже не собирается обгонять, что ли? Что ж вы, Ваня и Анна-то, расслабились. Вот почему-то у меня друзья не отображаются, это очень плохо. Ежедневные цели арены. Победив в трех боях на арене. Окей, победим. Победив в трех боях. Опять эти три звезды. Победив в трех боях на арене. Используя классы шпионы и морской волк. Вот это. Да, морской волк. Окей. Что вы умеете у нас? Я уже забыл. Так. Их шпионы у нас умеют. Отлично. Хорошо, что они это умеют. Давайте уже быстрее. Все, отлично. Так. Что мы будем делать? Три раза победим. Это мы сделаем. Нам нужно выбрать, получается, синюю троицу. Вот в таком составе нам пока что придется поиграть. Наш соперник с таким же флагом, но он чуть послабее. Ну, окей. Будем в этот раз тоже стараться взять три звезды. Блин, в тот раз у нас нифига не получилось. Я начинаю. Давайте начнем, наверное, как обычно, да? Вот так вот. А, у нас же сейчас другие способности, да, получается? Если такой бомб, но наносит урон, там уже вроде не держится. Поэтому мы не будем. Так, если бомб атакует, то есть, смотрите, если бомб атакует, то бомб мгновенно наносит урон тому же врагу, действует в течение двух ходов. Ответочка это называется. Вот, на флаг, я думаю, применить его нельзя. Вот так вот. Три звезды. Это получается, после удара Матильды мы можем атаковать только флаг, типа, да? Ну, а нам это и надо, в принципе. Вы нас не расстроили ничем абсолютно. Не атакуйте мой флаг, пожалуйста. А у нас же синяя троица еще может атаковать, а восстанавливать цели здоровья на 7 урон действует в течение 3 ходов. Можно восстанавливать, кстати, с синей троицей. Лечит. Бам-бам-бам-бим-бим-бим. Ну давайте пока что будем мочить все-таки. Пока что выполним задания, которые не требуют 3 звезды. Можно, в принципе, вот так вот сделать. Пока что. Во, мы все победили. Отлично. Так, а яростная способность у нас какая? Блин, тут не посмотрел. Две звезды, ну, три, конечно, был бы лучше. Во, с первого раза круто. Сейчас нам опять вначале везет, походу. И потом в конце, как в прошлой серии, будет у нас труба. Ребята, ставьте лайки. И подпишитесь на канал, напишите комментарии, что-нибудь, да напишите. Так. Кстати, я вот задавал вопрос. Сезон 5, неделя 7 из 12. Вот тут ничего не поменялось, кстати. И подключиться я не могу. Вот, что за фигня. Ну что, мы также продолжим. По 3 раза нам нужно то же самое. Наш соперник 21-300. Нормально. Нормально, он мощненький такой. Реклама. Опять наши бурундуки. Во! Супер. Ну что ж, мы будем делать. Давайте, может быть, мы взорвем, наверное. Вот. Так вот, блин, еще я получаю урон. Вот так вот взорвем мы с вами. О, круто. Так, кого? Давайте. Вот так вот.
бомбам. А нет, он не снимает, оказывается, он не снимает. Он придется жертвовать, ничего не поделаешь. Так, мы же можем вот так вот сделать, да? На восстановление поставить наш, блин. Что-то мне кажется, проще будет, если они умрут и восстановятся сейчас все. Да, наверное, мы так и сделаем. Так, а это у нас... Давайте бомб сам на себя. Блин, его, наверное, убьют, конечно. Вот, все, отлично. И мы сейчас можем яростной способностью атаковать их флаг. Все. Блин, сейчас флаг атакует. Я хотел, ребята, просто сразу 3 звезды взять, но флаг наш уже висяк. Поэтому у нас ничегошечки не получится. Поэтому нужно заканчивать, короче, с ними. Вот так вот, все, выиграли. Ура, ура, ура. Да. Всего 1 звезда и 3 попытки нам покрутить. Вау, я же говорю, сегодня нам везет, сегодня нам везет. Вначале, как вчера. Потом труба. Отлично. Так, все, у нас последняя попытка. А там случайно не 3 раза подряд? Так, нет, не 3 раза подряд. А то бывает такое, что нужно, например, победить 3 раза подряд. Тогда уже сложно. Вот, о, у нас мощный соперник. Посмотрим, на что он способен. Так. Давайте, флаг, наверное, будем атаковать. Охренеть. У него вот какой-то этот... как вам сказать? Вот этот кружок посередине. Давайте почитаем, что это такое. Расплата. При получении урона флаг наносит урон в размере 15% от полученного урона всем птицам противника. Понятно все с тобой. Вот так вот, значит. Так. О. Отлично. Бомб, пока. Вот этот флаг, кстати, очень классный, потому что всего два хода, и уже птички восстанавливаются. Был вопрос на канале, что за хрюшка сидит возле флага, это, скажем так, типа он восстанавливает, короче, вот именно вот этих птиц, если я не ошибаюсь. Давайте почитаем. Практически все птицы имеют шанс вернуться. Так, все птицы имеют 30% шанс нанести урон. А хрен знает, короче, тогда. О, бомб, давай. Бомб, давай, мочи всех. К чертям нахер. Вот так вот. Пока. Есть. Есть, есть, есть. Круто. И у нас 2 звезды, блин, ну, а что мы хотели, по-другому было никак уж. И третья попытка. О! Круто. И мы выполнили 2 задания. Круто, круто, круто. Так, пойдемте посмотрим, сколько у нас очков. 21700. Мощно, мощно, просто да. И задание у нас. Теперь нужно победить в 3 боях на арене, получив рейтинг 3 звезды. Вот это, конечно, будет сложновато, да. Сложновато будет, ребята. 21 000. Что же нам делать-то? Что же нам делать? Так. Так. Это не канает, давайте нам нужно
Наша синяя троица. Так, все напыты. Вот это прикольно, кстати, все напыты. Ну. Так, наносит 508 единиц урона в течение 3 ходов. Цель также получает 1500 единиц урона за ход. Нормально. Гранат снимает все полезные эффекты, наносит 1693 урона. Наносит урон при каждой атаке в течение 3 ходов. Цель получает 700 урона. Что-то мне кажется... Вот... Вот это, давайте жуликов попробуем. Жулики. Бомб у нас может быть. Не знаю даже. Вот этот, в принципе, нормально. 2659 каждый раз при потере. Давайте вот так вот попробуем, да. Блин, опять-таки у нас никто не может восстанавливать, да, получается. Давайте, может, от реда мы откажемся. И нам нужно будет поэтому флаг поменять. Флаг поменять, это у нас будет притягивать магнитом, так, сейчас. Это нам не нужно. А вот это что? Если чак находится на поле боя, то что-то вот это такого уровня флаг. Может быть, яростные способности противника наносит нам себе меньше урона. А вот это что? Так, атаки по ходу снижают запас ярости. Может быть, вот так вот сделаем в натуре? А мы можем его улучшить? И насколько мы его можем улучшить? 6. О, нормально. А у нас денег хватит? О! Круто, круто. Улучшили. И теперь у нас флаг. Сколько? 21900, почти 22. Ну что ж, давайте мы, наверное, вот такой... да, вот так вот попробуем. Смотрим, что с этого получится. И, как всегда, бурундуки. Мой ход. Все, вот, я же говорю, когда начинается этот момент, то что... Три звезды, все дела, и все, удача отворачивается от меня. Так, взорвем, наверное, бомбы, я так думаю. Так, давайте лечить будем. Так, ты же у нас не лечишь. Пусть у нас это... Так, давайте, наверное, пока что флаг будем атаковать. Блин, с Матильды, конечно, не то получился, потому что способность Матильды у нас... Да, способность Матильды, получается, притягивает всех птиц к флагу. Вот, поэтому чуть-чуть такой просачок получился. Так вот, сдохнуть. Все, моему флагу хана. Да, хоть лечи, хоть не лечи, ему хана. Да. Давай. Давайте, мочить его. Блин. О, Матильда атакует на туре. Эх. Первый проигрыш. Что-то мне кажется, это такое. Матильду надо поменять, короче, ребята. Вот Матильда косячит, поэтому мы сейчас будем менять Матильду. Вот так вот. Блин, шапка у меня. Так, наносит эмблему, получает... Давайте сходим, наверное, мы сейчас у Матильды вот эту головную бар будем улучшать. Посмотрим, на что это повлияет. Там где у нас додзи? Соберем ништяков. О, у нас
два убора главных. Ой, блин. Ну, давайте чуть-чуть можно. Да вы что, охренели, что ли? Хоть один уровень подними, если уж. Сука. Ладно, хрен с ним. Чуть-чуть мы ошиблись, но ничего страшного. Сейчас попробуем что-нибудь придумать. У нас мотили 3900, в принципе, нормально, сейчас попробуем. Все-таки давайте еще раз посмотрим ее способности. Так, здоровье сердца становится на 30%, флаг на 10%. Сила атаки здоровья увеличивается на 20% 10 в течение 3 ходов. Окей. Давайте попробуем таким составом. 5 бурундуки. Прям такая активная реклама этого мультфильма идет, ребят. Вот, блин, что за фигня? Так, вообще нечестно. Так, теперь у нас способности противника. Опять то, что мы можем атаковать только флаг. О, 4000, прикольно. Восстанавливаем. О, 5000, вообще нормально. Вот, Матильду нужно брать, оказывается, нам. Так вот, и давайте, вот, 1500, нормально. Оглушили Матильду. Давай, бомб, просыпайся, будем взрывать. Крутяк. Вот так вот, продолжаем мочить. 1500 урона. Нам ничего не стоит. О, восстановили как. Сейчас похоже, что мы выиграем с 3 звездами. А ну и пофиг нам. О, полный состав. И мы мочим. Блин, вот почему, когда Матильда именно что стоит, если Матильда атакует, типа... Ладно. Так, что это такое? Так, заставляйте фрагер открывать выбранную птицу. Получаю назад 100%. У нас тут осталось 4000. Мы все равно тут нормально пока что. Нам нужно, чтобы все наши птицы были с полной жизнью. Поэтому пока не будем ничего тратить. Еще раз можем атаковать. Давай. Блин, а. Ну что может быть, если мы взорвем 2800, при взрыве у нас получается 2100. Давайте попробуем взорвать. Или не стоит. Давайте попробуем. Главное, что флаг не умер. Блин, вот умер же, пока. Интересно, будет ли 3 звезды. Вот тут, по сути, считается только жизнь флага, поэтому, я думаю, все-таки будет 3. О, отлично, да. То есть, в арене у нас считается жизнь только флага. По жизни флагу уже даются звезды, то есть, не по жизням птиц. А вот в обычной, то есть... Скажем так, в обычных боях зависит от птиц уже, от жизни птиц. Я думал, тут и минусуется жизнь птиц. Кажется, нет. Ну все, проехали.
И я начинаю, давай. Хрен, я же говорю. Это просто подстава, походу. О, как быстро нашу Матильду. Да, давай, сейчас потихонечку, сейчас будем восстанавливаться, ребята. Давайте, давайте. Давайте сразу флаг восстановим. Опс, 1000, нормально. Флаг атакуем. Ничего, ничего. Так, еще раз. 1300. Отлично. Эй, не трогайте Матильду. Уроды. Так, что мы будем делать? Что мы... Может быть, нам нужно атаковать этих баранов? О, бомб, бомб, давай. Может быть... Не знаю. Давай, бомбом сходим. Матильды уже живем. 1300. Блин, вот козлина. Сейчас Матильду убьет. Ау, хана мне. Черт побери, черт побери. Да. Ну ладно. Может быть, нам повезет все-таки. И у нас 25 000. Охренеть, мощные соперники. Мне интересно, что будет дальше. Дальше, да, наверное, вообще капец, ужас, кошмар. Да вот. Просто какой-то закон подлости, ребят. О, сейчас нас будут замораживать по полной программе. Бам, сдохните. Охренеть, вообще нормально, да? Опа, уклонился, молодчина. Ну что, давайте флаг атаковать. Вот тут сучоныш, замораживает. Атакуем флаг. А, у нас блокируется яростная способность тут. А нет, не блокируется, он наоборот. А, их перчик, короче. Забирает. Давайте восстановим. 4300, вообще нормально восстанавливает, кстати. Так, да, о, 5200. Так, яростная способность только у одного он будет оглушать, поэтому мы дождемся бомба и бомба взорвем. Бомб, твой выход. Вот так вот сейчас. Опс. И бомб. Сдохнуты все. Блин, а вот что-то живучие уроды. А, Матильду убили, Матильду убили. Да блин, вы сдохнете, нет? О, отлично, 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 отлично. Восстанавливаем флаг. А, давайте от Реда тоже избавимся мы. Вот так вот. И еще... Давайте вот так вот сделаем. Сначала атакуем. Еще раз атакуем. Остается у нас в жизни 3900. Нет, не восстановится. Восстанавливаем флаг. Только не по флагу. Блин, ты что творишь? О! Наша яростная способность восстановилась. Знаете. И пока есть, мы получаем 3 звезды. Мы получаем 3 звезды. Круто! Все, еще один раз. Кстати, ребята, вот такой набор птиц мне посоветовал подписчик. ВКонтакте мне отправил фотографии, что нужно выбрать. Ну, если не ошибаюсь, вроде был такой состав, но что-то наподобие него я набрал сейчас. Вот поэтому. Вот. Это не полностью моя идея. Этот подписчик мне помог. Молодец, спасибо. Тебе от меня лайк.
короче. Я с Бурундуков и... Я Элвинов. Мой ход есть. Наконец-то. Ну что, мы давайте взорвем, наверное... Бомба! Бам! О, крутяк. Флаг. И звонимся от чёрт. Круто. Блин, а почему... Почему у нас синяя троица? А, иммунитет у нас. Ну ладно, иммунитет. Ах ты, козлина. Флаг атакует. Так. Ты чего зависаешь? И у нас... Восстановился Чак. Нашел противника. Все, мы еще раз, наверное, взорвем бомбу сейчас. Я так думаю, да? Так. О, отлично, отлично. И, наверное, сразу избавимся от Да, избавились, круто. Восстановим сразу флаг и атакуем противника. Еще раз. Опа. Опа. И вот так вот. И давайте, начинайте мочить нас. Начинайте нас мочить. Мы все-таки постараемся вас быстрее. Только не флаг. Только не флаг. Вот так вот. И... Ба! Что такое? Сейчас, блин, они флаг будут атаковать, наверное, стопудово. Отлично, защита. О, яростная способность. Нет. Раз. Два. Три. Сейчас попробуем. О, мы сейчас тоже можем же. Блин, у них, конечно, защита стоит, и, возможно, у них умрет флаг. Поэтому мы пока что не... Блин, мы флаг только можем атаковать. Может, мы вот так вот делаем? Угу. И взорвем. Так, у нас сколько получается жизни? 1600. Он умрет, поэтому нам взрывать нельзя. Так, что мы теперь будем делать? Еще восстановимся, и мы... Кого убьем-то? Тебя давай, давай, атакуйте меня. О, нормальная защита, то, что нужно. Вот так вот. Еще раз восстановимся. И, я думаю, можно начинать атаковать. Вот так вот. О, все, круто, 3 звезды, и мы прошли задание. Спасибо моему подписчику за подсказочку. Круто. О, сразу. Сразу то, что нужно. Все, у нас сегодня такой хороший фартовый день, ребята. Поэтому, ребята, спасибо, что смотрели видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Вот. И... 23 тысячи. Круто. Всем пока.